Жительница города Анастасия Степанова обнаружила скопление мусора за домом по улице Даватора 2А и отправила заявку в группу «Карта жителя Нижегородской области» с предложением провести субботник в своем городе и поддержать активистов доброрублями. У меня здесь недалеко работают родители, каждый раз проходят мимо, и ощущение складывается неблагоприятное, и просто решила, что... Я думаю, отреагируют позитивно на такую идею, и так и получилось действительно. Руководители «Карта жителя» и проект «Доброрубль» связались с Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области, а также администрацией города. Те, в свою очередь, не только поддержали, но и сами вышли на субботник, показав личным примером, что поддержать чистоту в родном городе очень просто. Да к тому же за это можно еще и награду получить. Мы поддержали инициативу жителей и своим примером, показали и дали старт, наверное, провели первый субботник и дали старт в преддверии месячника по благоустройству. Подобные мероприятия демонстрируют на нашем примере, что соблюдать экологическую дисциплину просто и, самое главное, не требуется каких-то сверхъестественных усилий для того, чтобы очистить территорию рядом с твоим домом, рядом с местом, где ты живешь. После схода снега жители ждал неприятный сюрприз – завалы мусора. Брошенные бутылки, обертки, мешки с мусором, которые, по всей видимости, недобросовестные жители города, не донесли до мусорки, которая находится буквально в паре шагов от свалки. Идею субботника и самой акции поддержали также и волонтеры Победы. Честно, от волонтерства я получаю огромный-огромный кайф. Это, не знаю, это призвание души, наверное, это просто надо... Этим надо жить. После уборки планируется наглядно показать, как работают бонусы, а также где и, главное, на что их можно потратить. Несмотря на то, что жители за год накопили более 65 миллионов доброрублей, мало кто знает, где и как их обналичить. Сейчас у нас уже больше 60 партнеров. Некоторые партнеры предоставляют значительные скидки, кто-то предоставляет эти скидки стопроцентные. Если мы говорим о региональных услугах, например, спортивных залов или учреждений культуры, то, как правило, это скидки в размере 50% от стоимости входных билетов. Вот и после уборки данной территории все добровольцы заработали по 100 доброрублей. Коллективно было принято решение потратить их в местном ФОКе. Настя, смотри, нужно зайти в приложение «Карта жителя», зайти в раздел «Доброрубль». Есть. Найти вкладку «Как заработать доброрубли». Да. Здесь есть кнопка «Сканировать QR-код». Веду. Да. Да, или ты можешь, если камера по каким-то причинам не считывает QR-код, ввести номер, который написан под ним. Согласитесь, приятно сделать доброе дело, а тебя за это еще и поощряют. Как в той поговорке: сделал дело, гуляй смело. Ну или в нашем случае катись. В скором времени эту виртуальную валюту можно будет потратить не только на спортивные мероприятия в ФОКе, но и получить скидки при входе в театры и музеи. Потратить накопившиеся доброрубли нижегородцы могут в любом городе Нижегородской области. Организаторы проекта «Доброрубли» надеются, что в скором времени желающих зарабатывать эту валюту станет больше, а значит, наша область станет еще лучше. Мария Бурова, Алексей Корякин. Время новостей.